смотрю с кровати на окно. Как вдруг улыбающееся лицо уставилось на меня из темноты. За окном моей спальни и шепот: «О, это ты!» Дело в том, что мы живем на 14 этаже. Волосы дымом! Да хватит пугать уже! Как-то мама меня на кухню позвала. Да, вечер, ужинать пора. Но в кухне услышал, как мама шепчет из другой комнаты: «Не ходи туда, я видела, я тоже это слышала». С утра я обнаружил на телефоне фотографию спящего себя. Все дело в том, что я живу теперь один. Я просто увидел мое отражение в зеркале. Оно мне подмигивает. А друг рассказал: жена разбудила меня, чтобы сказать, что в нашем доме незваный гость. Мы его убили 2 года назад. «Я не могу уснуть», прошептала она, забравшись со мной в постель. Я проснулся в холодном поту, хватаясь за платье ее, в котором ее похоронили. О том, как холодные пальцы ампутированной руки будут чесать другую. Не могу двигаться, дышать, говорить и слушать. Вокруг темнота все время. Если б я знал, лучше бы попросил кремировать меня. Первую удачную криогенную заморозку, но у пациента не было никакой возможности показать им, что он еще в сознании. Она никак не могла понять, была всего одна лампа. Ужастики, блядь. Ужастики. Теперь точно не засну. Теперь
точно не засну. Включу свет, теперь точно не усну. Теперь точно не усну.